18 сезон в 2013 году продолжает молодая московская пианистка Ольга Воробьева. В Москве она известна как одна из очень интересных интерпретаторов сочинений Скрябина и одна из немногих удостоена чести играть на рояле композитора в музее, который носит его имя. Эту девушку, молодую пианистку, мы уже знаем. Она приезжала вместе с Ириной Дубровской, молодой певицей, которая несколько сезонов поет в Италии. И вот этот союз, этот выбор концертмейстера о многом говорит. Искушенная в музыке, в аккомпаниаторах Ирина Дубровская дает предпочтение именно Ольге Воробьевой.